Полетел. Да, взлетает тем временем дракон, ознаменуя нам старт драфтов. Четвертой карты. Напомню, что Эпи Брэнд ведут 2-1. И по сути у них двойной матчпоинт. Забирая любую последующую, они побеждают в этом противостоянии и двигаются дальше по верхней сетке. А в этот раз поменялись сторонами. И теперь на первом пике будут Сиюсун. Решили вот на эту четвертую как раз-таки использовать этот шанс. Быть может, как-то от драфта оттолкнуться и поиграть несколько по-другому. Но ван-ван в бане, шансов становится чуть-чуть поменьше, как будто у Сиюсун. Матильда отправляется в бан от команды Сиюсун. Ван-ван в бане. Да, мы можем, вот как Леша отметил, что можно обыграть команду AP Brand только с помощью пока что ван-ван. То есть это тот криптонит, который позволяет обыграть эту команду. Но это единожды работало. Единожды то, что работало только против команды AP Brand. Возможно, и во второй раз даже не сработает. И статистика этого персонажа подпортится. Еще один бан. Коллектив Сиюсун, кстати, впервые AP Brand находится именно на... Или не впервые, на да, втором впервые пике. За предпочитали, эту серию на да, первом пике. Предпочитали Сиюсун, несмотря на два поражения, все равно оставаться на втором пике и забирать себе двух героев, но решили переосмыслить это все. Ну, в данный момент у нас уже отрезается также и Кая, который тоже был с неплохим подспорьем в игре Сиюсун как раз на второй карте, где они выиграли. Но и не хотят его отпускать в этот раз Эпи Брэн. Филиппинцы у нас в данный момент потеют по этому персонажу, отбанивают. Посмотрим, будет ли та же Джой. У нас также будет Гвиневра. Но, как мы видим, Гвиневра в Роум все-таки не настолько хороша, да, как на лесной линии. Хотя в Роум она на стадии вайлдкарда смотрелась очень хорошо, но не хватает ей вот этих предметов, потому что в лес она получает возможность хорошо пофармить, получить побольше лесных, вот, танковых слотов. И, соответственно, может много танчить. А в Рум она до 8 минуты еле-еле кое-как один предмет там полтора соберет. И этого явно не хватает, чтобы выживать. Интересно было бы вот, знаешь, такую сравнительную статистику. Какой винрейт у Гвиневры в Рум и какой винрейт у Гвиневры именно на позицию лесника. Вот в сравнении эти два показателя увидеть, тогда более четко могли бы сказать. Но по ощущениям, да, Гвиневра в лес все-таки реализуется чуть получше. Ну и, честно говоря, Гвиневры в Рум мы почти не видим. Вот сейчас она появилась в предыдущей катке, но на вайлдкарде было больше. Вот, а на М5 фактически, мне кажется, и не было. Привыкли к тому, что имба, на самом деле. Поэтому ее здесь часто отрезают. Здесь чаще банят просто, да, и решили не играть с этим. Но банится у нас Джой, Нолан, последние два бана от обеих команд. Открыт тот самый Фовиус, про которого AP Brand не забывали на предыдущих трех картах. Они банили его практически всегда. И первый пик вновь Гвиневра для Сиюсун. Почему-то есть ощущение, что в этот раз будет как раз-таки от Лесника. Лесная, да. Кинга, да. Ну что ж, и должны свой ход уже сделать сейчас игроки команды AP Brand. Как минимум доступны Бруно Фарамис. Мы часто говорим об этой коллаборации, часто ее своим даблпиком не забирали игроки команды Сиюсун, но мне кажется, сейчас это отличное решение было бы для коллектива AP Brand. Правда, доступна та же Валентина, которая может попытаться затем украсть этот ультимейт, и можно взять Минотавра, было бы Валентину сразу же на это ответом, и это бы классно даже смотрелось под Гвиневру дополнительным подбросом. Сейчас все, по-моему, сценарию пройдет. Нет, это Орлот все-таки. Может быть, Навария вместо Валентины все-таки тоже будет неплохо смотреться под Минотавра и Гвиневру. То есть этот выбор явно здесь имеется. Но поскольку мы вряд ли уже увидим, да, Пиу на этой Наварии, возможно, и нет смысла ее забирать как банным пиком. И Валентина будет хорошим подспорьем под этого самого Минотавра с ультой Фарамиса. Посмотрим, от чего отыграют игроки, учитывая, что есть еще Бруно, как минимум, у нас доступен для пика. Все еще есть тот же самый Диги, которого мы еще так и не увидели в этом противостоянии. Но, возможно, только Деву его так нормально прям тренировали. Мне кажется, в прошлой игре он неплохо бы зашел. Реализация от всех остальных коллективов данного героя не самая лучшая. Деву с ним побеждают, у остальных не всегда получается. Забирается Бруно, забирается Дариус. Одна из ультимативнейших связок. Дариус собирается практически полностью в выживаемость, да, в танка. Срезает броню Бруно под это своими мечами, сокрушает абсолютно всех. Неважно, насколько плотный был бы герой оппонента. Очень-очень интересный раздрафт. И я вот ожидал, быть может, Наварию действительно
действительно увидит. Под Виневру смотрится качественно, но Минотавром этого все не доберешь. Его на второй стадии постоянно банят именно в этом противостоянии. Я думаю, что здесь не будет исключением. Последний пик от AP Brand. У них пока только Орлот, которого можно пофлексить, и, в принципе, Фарамис, который зачастую ходит именно на мидлейн. Быть может, забрать стрелка какого-то сейчас комфортного для себя или именно там, Броуди, и забанить потом Валентину. Что-то от этого отыграть? Да, именно так и поступают AP Brand. Ну, теперь ждем бан Валентина, чтобы не отдавать ультимейт Фарамиса, да, сопернику, и не было такого качественного подсейва против своего стрелка. Ну и впервые Сиюсун для себя забирают Бруно. Мы не знаем, как они будут на нем отыгрывать, потому что предпочитали они себе всегда других стрелков. Даже когда был доступен Бруно, они забирали себе Клауда вот на этот двойной пик, что было для многих удивлением. Валентина очень хороший бан, когда ты имеешь в своем активе Фарамиса. По-прежнему я бы хотел видеть Минотавра в одном и в другом коллективе. Но героя не отпикали и не забрали для себя ни тот, ни другая команда, и вполне вероятно, что может оказаться в бане этот герой. Ну да, так часто это все и развивается, что если не пикается, часто отправляется на стадию бана. Хелкард у нас уже отправляется, но в этот раз возможен Тигрил снова. Да, то есть явно увидели, что против Хелкарда сложно брать этого персонажа. Фанни, интересный такой респект-бан, можно сказать, но он у нас уже сюда отъехал, лесника. Как мы отмечали, лесник поздно, когда раскрывается, тоже, значит, не все хорошо у команды. Но судя по тому, что мы увидели Адетту, мы можем увидеть что-то интересное в лесу в этот раз. Да, быть может, появится еще какой-то дебютный пик у нас от AP Brand. Быть может, наоборот, Сиюсун захотят чем-то удивить One More Time. Был уже матчпоинт AP Brand вряд ли будут удивлять. Он был, ну, когда как не сейчас, показывать какие-то заготовки, какие-то наработки, чтобы хорошо себя чувствовать. Валентину в итоге не банят, банят неприятную Лилию, которая могла бы стать проблемой для того же Фарамиса, для Броуди и для тех, наверное, не самых мобильных героев, которые могли бы появиться. А что, если добавить сюда Фовиуса в один из драфтов? Потому что его предыдущие моменты банили. Зашел бы он направо, как считаешь? Думаю, да. Учитывая, что есть рывок у Дариуса, есть рывок у Бруно, плюс, ну, возможно, Бруно будет с фликом играть, плюс Гвиневра. Может быть, по-прежнему, может, в лес шикарно смотрится Минотавр, но вполне могут на ответ по-прежнему забрать себе Диги еще игроки команды Сиюсун. Мне во все катки смотрится Минотавр и Диги, но не смотрится вместе, да, у кого-то будет небольшое преимущество. Но пускай этот герой остается одному коллективу, да, пускай, да, там мы пусть его будем ожидать, у нас, пускай там он будет показывать свои результаты, и другие это не будут уметь делать, и не будут учиться это контрить в таких вот противостояниях. Ну что ж, ждем пик от команды AP Brand. Есть смежная позиция в плане, что каждому коллективу нужен роамер. Хотя мы прекрасно понимаем, что можно сейчас забрать Тризлу, отправить того же Орлота в роам, и Тризла мог бы быть на экспе, учитывая, что Лили находится уже в бане. Ну, как минимум, Акай у нас выбирается сюда, и уже для Сиусун смотрится тот же самый 5 же Диги. Очень неплохо. Будет ли он в этот раз или нет, это мы уже узнаем, учитывая, что он дает также стяжку, под которую можно хорошо сыграть, подспорье такое неплохое под Дариуса, под Гвиневру, под Бруно. Но вряд ли команды это тренировали, мне кажется. Возможно, в праках его просто постоянно банили, не давали друг другу они это затренить. Минотавр слева у нас под Гвиневру. И напоминаем, что Ромера все еще нету AP Brand справа, поэтому... Ну, кроме Орлота, возможно, он будет, но я сомневаюсь. Гоу Диги. Вышел из бана у нас Минотавр, и говорили мы еще на старте, когда только появилась Гвиневра, вот, неплохо было бы Минотавра с Наварией увидеть. И действительно, Сиюсун допикивают двух героев на закрывающей своей заключительной стадии пиков. Диги все так же, смотрится хорошо, и мы это будем без конца обсуждать, но это не Деву. Это не Деву, это AP Brand. Вопрос, насколько готовы они выкатывать данного персонажа, либо, быть может, вообще заберут сейчас и вправду Валентину. Какого-то Тризлу, Орлота отправят в ром. Сейчас заберут Валентину, отправят Фарамиса на ром. Пакито, все-таки это роумище у нас. Орлот остался, как и был до этого, в принципе.
Ну, поглядим, что из этого получится у коллектива Epibrain, потому что Орлот играл себя, показывал в первой карте очень неплохо на этой позиции, но вот это изобилие контроля от коллектива Сиусу на данный момент, и дэмэдж у них хорош, у них очень много метовых персонажей, пока что все смотрится как будто, ну, Сиусу гораздо лучше драфт. Да. Смотрится неплохо. Но... мне хотелось отметить, что как будто под снижение брони от Дариуса маловато физического урона. То есть в целом это там один Бруно. Достаточно. Мы знаем, да, что он может большие куски навалить, но как будто хотелось бы и лесника, быть может, с дэмэджем физическим именно добавить. Интересные драфты с обеих сторон, показательные бы... у нас. Я бы хотел сказать, что единственный минус Дариуса, это в том, что он не будет пересекаться с мидером в этот момент, да? То есть с лесником в смысле. То есть но он... реализуют это все у нас ребята из двух команд. Напомню, играют Epibrain против Сиусун. Прокомментируют для нас Андрей и Никита. Вам слово. Огромное спасибо тебе, Леша. Прерываемся. Возможно, мы и в ластовую игру этого противостояния. Игра, которая не решает критично судьбу одного из коллектива, так как даже если коллектив потерпит поражение в этом противостоянии, будет падать в сеточку лузеров и дожидаться своего оппонента. Оппонент будет определен в следующей серии Best of 5. Да, там у нас будут играть уже GeekFam против Burmese Ghouls. Там выяснится, кто же будет противником проигравшего в этой встрече, команды и победителя. И победитель, само собой, тоже, кто у нас встретится с коллективом следующего нашего противостояния. Опять же, что я хотел сказать про Дариуса, что ему, чтобы под спорьем быть для Бруно, нужно с Бруно пересекаться. Это уже произойдет ближе к лейту. Пока что Дариус вот это снижение брони может, грубо говоря, себе оставь свое снижение брони, да? Здесь ты особо никому не поможешь, потому что все персонажи на миду, кроме того же у нас Минотавра, тыкают магическим дамагом. Да, подтянулся там немного Дариус, в отличие от Пакита, сразу же в битву за Вазон, при этом даже, может, потерял там одного крипа, и по XP может даже немного проигрывать. Сейчас Пакита, и там уже попытка какая-то от Дариуса, а нет, он просто монетку забирает, да, слежу я по карте, и ничего там необычного не происходит. Так, ну и что интересно, Пакита уж слишком зонится от этого Дариуса, видишь, он прям очень далеко держится, а тут уже на миду попытка вытащить, да, здесь вытаскивает Пиу, очень много дэмэджа валивает по Гневре. Видим, что Броуди обычно лидирует над Бруно на лайне, обычно он его пушит вперед, а здесь Бруно явно себя не чувствует каким-то ущемленным и очень неплохо отыгрывает по Броуди, но в этом помогают ему штанишки, которые он купил, да, стальные латы, ну и сам при этом Броуди покупает молот Гнева, чтобы немножко проникновения какого-то получить, и начинает играть Орлот, много дэмэджа по противнику, но Гвиневра сама на развороте не против поиграть. Она это делает, это будет минус. Орлот, первый фраг, но также здесь и пью. Будет ли даблкил? Не успевает вытащить Минотавра. Вот плевок бы по этим двум целям. Ой-ой-ой-ой, как мало хп остается у Гвиневры, но не хватает здесь дэмэджа, чтобы добить. А тем временем Кайл Тизи забирает для себя черепаху, начинает играть по Пакита, но вытаскивает, вернее, по Пакита, по Дариусу. Начинает вытаскивать, и Дариус спокойно выпрыгивает под Т1 Тавр свой, выживает. Благодаря тому, что вытворял Пиу в мидлейне сразу с двумя противниками, с Гвиневрой, позволил своему коллективу спокойно забирать черепаху, но Сиусун сделали пока что свой единственный килл, и благодаря этому все равно остаются лидерами. В этой встрече у нас есть информация про Бруно! Прострел от Наварии подтянулась в топ и просто застрелила здесь супермарка 2-0 в пользу коллектива Сиусун. А что здесь все про Бруно? Здесь написано, что 20 раз Бруно сталкивался против Броуди на лайне и выиграл из них 16 игр. То есть 80% винрейт конкретно против Броуди у этого Бруно. И что интересно, здесь врыв унес по флоптизе, не хватило какого-то флика сейчас у Дариуса, чтобы доиграть по нему, но Навария по-прежнему здесь. Слушай, Пью у нас хороший на Наварии, а как же хорош ран на этом, на этой Наварии почти достал MP The King, почти, чуть-чуть не хватило, вторым спылом Пакита отсюда ушел. Да, Рама еще не видели на этом персонаже сегодня. Чаще всего это Пиу забирал Наварию, если не ошибаюсь. И действительно демонстрирует кондиции. Подошел на топ, сделал уже килл, выфармливает золото, очень быстро перемещается по этой карте. Я уже себе пометил в блокнотике, что Бруно больше Броуди. Посмотрим, будет ли так в этой игре, учитывая, что это важная игра для коллектива Сиусун. И здесь не пахнет тем перефармом, который был в предыдущей игре, потому что к этому моменту команда Epibrain в прошлой карте имела преимущество на 4000. И у них было все в порядке.
Да, прошлая карта была, конечно, забивная, рекордная в этом показателе. Здесь Орлот не попадает по итогу по Бруно. Фликом вынужден уходить от ульты Минотавра. Эта кнопка кадешится явно побольше. Так что можно сказать, что в плюсе здесь у нас вышли Сьюсун из этого момента. 5 секунд у нас до черепахи остается. И, как знаем, Сьюсун у нас имеет больше по статистике контестов этого объекта. Но по прошлой карте так не сказать. Да, по прошлой карте они не имели контеста ни на одном объекте. Как показалось, что даже так. Свои бафы им не удавалось забирать. Ура, очень хороший прострел астрального эха. Успевает Пио отсюда отойти, сохраняя с собой свой ультимейт Пиза Кинга. Моментально здесь забирают игроки команды Эпи Брен. И также будут забирать эту черепаху. Сокращают свое отставание. Было там 1000 уже преимущество у команды Сиюсун. Да, и останется баф. Ничего от этого. Даже Эпи Брен вырывается вперед. Тем временем, кстати, Бруно на топе собрал для себя когти Хааса уже. Так, здесь попытка поиграть, ульта от Дариуса, хотят забрать красный баф, но очень много персонажей рядом, долго забирает такая этот объект, и также забирает. Попутно успевают накидать по Минотавру, очень много дамеджа он получает, Пиу хочет вытащить здесь, соответственно, этого Минотаврика и говядинка, да, все-таки угощается Эпи Брен этим персонажем. Да, приятного аппетита. Кушать подано. Смотри, у них аббревиатура AP. Если ее перевернуть, будет PA. А PA это приятного аппетита. Приятного аппетита, AP Brand. Смогли забрать все-таки Минотавра, смогли забрать черепаху. Сделали 2 килла и уже себе зарабатывают 1000 преимуществ, очень далеко. Заходит здесь Гвиневра, да, забрала для себя, по-моему, синий баф. Фарамис забрал себе синий баф. Поэтому получит себе 10% дополнительной перезарядки навыка. Но успел прокинуть, видимо, свою вторую способность. А как не успел Пиза Кинг нажать смайт вот этого фармиса? Нет. Тоже странно, непонятный, да, что момент. Потерял бдительность, находя на чужом бафе. Казалось бы, в этот момент ты должен быть максимально сосредоточен и при любом подходе абсолютно любого оппонента. Должен, ну все, просто оставили без бафов сейчас Гвиневру, забрали у нее сначала красный, она в попытках что-то для себя украсть пошла в чужой лес, там у нее вырвали этот баф, вырвал Фарамис и забрали еще один баф, именно который принадлежал ей. Четверо игроков команды Эпи Брен заходят в топ, выгоняя просто отсюда Минотавра и Бруно, позволяя Броуди забрать вышку. Хочу отметить странную особенность этой Гвиневры. Ой-ой-ой, как много, как же разозлились здесь эти персонажи. Ну, кстати, Дариус мог в таверну там отправиться, но все-таки уходит на лоу хп. Хочу отметить странный выбор от Гвиневры. Она решила себе собрать лазурный клинок, и вместо того, чтобы вложить эти 240 голды потраченные, да, то есть в какой-нибудь предмет, дающий хп, например, собрать себе пояс Ареса первым предметом, она купила себе 2 талисмана на реген маны и пытается здесь ее наказать за выход такой наглый, но сами нагло выходят Эпи Брен и втроем легко уничтожают эту Гвиневру под подошедшего Броуди. Именно супермарка зарабатывает себе фраг. Там помимо 240 голды нужно же еще и свиток, как бы, объединяющий, да, купить. Да, да, да. Это намного дороже. Но 5% перезарядки получила, пытается быстро штурмовать какой-то поезд. Куда? Выйти, а Кая все-таки приподнимает. Воздух Эпи Брены теряют своего персонажа, теряют лесника. Есть хороший шанс у Сиюсун для того, чтобы попытаться отыграть здесь по черепахе. Нужно отступать отсюда уже Бруно, но при этом без здоровья остается также и Дариус, но живет до последнего в этом моменте. Успевает даже по черепаху отойти, раскасовывает первую способность, восстанавливает немного себе здоровье в этом моменте, продолжает свое движение вперед. И уже под этот файт, под этот момент себя Флэмтиз собирает злобный рык. Ну как же раз здесь раскидывается уроном. И все-таки Пакита забирает. А Пакита набирал обороты в этом файте. И злобный рык именно во время файта купил еще больше урона, заимев. В этом моменте посмотри на Броуди. Фарм 5400 имеет. Да, пока что с файта он выходит победителем. Хочу отметить, что у нас Пакита имеет очень много золота. Он у нас опять в урон. Мы видели как раз этого Пакита, если не ошибаюсь, от этого же игрока в первой карте, где он просто прокатывался по своим оппонентам. И да, Гвиневра покупает лазурный клинок, и суммарно он стоит что-то около 500 с чем-то голды. Можно сказать, что это практически 2 кристалла, да, по 300, по 200 хп и... Ради, да, перезарядки навыка, да, и 50 урона, да, чистого, да, урона. Да, да, как будто это не самый лучший выбор на Гвиневру. Скорее всего, она хотела бы себе собрать... Кстати, подожди, а там еще я увидел вторым предметом, у нее для лампы кусочек. Ой-ой-ой, а тут могут забрать? Да, забирают. Здесь еще один килл для супермарка. На развороте флап отправили таверну, а Кай здесь начинает раскручиваться, пытается уйти под свою вышку. Скорее всего, она хочет собрать себе старлюмовую косу. И неужели это Гвиневра в урон?
Ну, было бы интересно смотреть на такую Гвиневру, но, возможно, стоило начинать тогда с палочки Йенни. Мы видели, как это здорово отыгрывает на этом персонаже. Успевает здесь все-таки использовать игроки команды AP Brain Ultimate Фарамиса, поэтому нужно доигрывать по Бруно, забирать его. И действительно, старулимовая коса появляется сейчас на Гвиневре. Предполагали мы в свое время, что это может быть штормовой пояс, но это по итогу не он. Забрали Бруно. Опять же, размен в пользу команды AP Brain. Своевременный ультимейт от Фарамиса позволяет сохранить всех игроков коллектива из Филиппин. Ну, попытка была выйти в Т1 Тавр, но сюда вовремя подходит Ра, Феликс, и вдвоем они спокойно дефают этот Тавр. 45 секунд остается до первого лорда в этой карте, и этот лорд явно поможет кому-то из команд либо перевернуть преимущество для Сьюсун, либо помочь Эпи Брэн еще увеличить. Покупает себе Ярость Берсерка Бруно, игра у него слишком задушен он был на старте. У него обычно появляется Ярость Берсерка в минуте где-то к 7.5, да, где-то к 8, а здесь 9.5, только сейчас появляется этот предмет для Куси. Да, и буквально через 20 секунд у нас уже должен появляться лорд. Явного преимущества у какого-то коллектива мы не наблюдаем. И, кстати, по урону мы сразу отмечали... А, это впитанный урон, все нормально. Все нормально, на первом месте находится Фарамиса. Ему засчитывается тот урон, который он впитывает благодаря своему ультимейту. Очень мало здоровья остается у Минотавра. Его опять же забирают, неплохой ультимейт залетает здесь от Навари. Ответный ультимейт получается от Фарамиса. Успевает под этот ультимейт подойти Орлорд, чтобы получить тоже для себя этот подсейв. И опять же файт, можем мы констатировать... Отходит коллективу AP Brain, правда, отдали важную кнопку, но Минотавр также ее отдал, при этом еще и в таверну отправился. Хочу отметить игру Пиу на Фарамисе, 0-0-8 его счет, да, не всегда успевает подсейвить команду, например, как было с Акаем на топе, он прожал ультимейт, да, во вражеском лесу, ну, в своем, вернее, для них-то свой, и не успел подойти к этому Акаю, чтобы его засейвить, но пока по карте смещается кондиционно, постоянно напрягает своим первым спилом, вторым плевком, и как мы знаем, Фарамис у нас один из персонажей, который очень много дамага может нанести, могут, а именно Sunset Lover нанес 240 тысяч урона на этом персонаже и заработал абсолютный рекорд по урону за все турниры М-серии. Ну, важно, чтобы такой рекорд ставить, чтобы этот урон было кому впитывать. А там был, по-моему, Фовиус, который напрыгивал, получал огромные щиты и действительно впитывал немало урона. Под ультимейт Наварий раскастовывался Минотавр, но попал только по одной цели. Поднимают воду в Лаптизе, можно попытаться его забрать и забирают. Здесь покидочное преимущество имеется у коллектива Сьюсун. По-прежнему с ультимейтом Фарамис сейчас не успел подсейвить своего тиммейта, но от численного преимущества решили не играть Сьюсун, так как... Просадили там по здоровью в какой-то из моментов Бруно, но по итогу-то можно было реализовать, попробовать свое численное преимущество. Ну, в данный момент себя неплохо чувствует AP Brain. Да, перефарм не особо большой, но мы видим, что очень много голды сосредоточено. Броуди идет игра здесь по Минотавру, его спокойно забирает, пятый фраг для себя Броуди оформляет. Ульта от Навари попадает по четверым, тут же Фарамис нас ультует также, забирается у нас все-таки Орлот, идет флика, игра по Бруно, и хватает урона здесь для Супермарка, шестой фраг он забирает для себя. 0-0-10 счет у Фарамиса, попытка ворваться от Гвиневры здесь по нему, но не срабатывает это дело, идет у нас игра по лорду, а может подождать, надо было уже 12-й, но да ладно. Отмечал для нас режиссер трансляции плашкой, которая появлялась на трансляции, что у Бруно винрейт над Броуди 80%, когда появлялся Бруно и Броуди. Но по итогу в этой карте мы этого не замечаем сплошь и рядом. Вообще этого нет, так как 6-1 у одного и 0-2 у другого персонажа, да и перефарм на стороне Броуди в данный момент. Мы предполагаем, что в лейте, конечно, Бруно сможет делать куда больше полезного для своей команды, но сейчас это... Вот, спасибо большое. Но хочу отметить, что у нас М5 винрейт у Броуди 20, ну, именно по вот этой матчапу против Бруно, именно 20%. Здесь попытка сыграть, кстати, по флаптизе. Первый, также Метеор собравший, и не получается в дамаг. Здесь Гвиневра не реализуется. Абсолютно точно она должна здесь отправляться в таверну, ее будут забирать здесь Пью, но у него есть очищение, да, он здесь спокойно, он его даже не нажимает, просто ульту нажимает, ультимейт. Явно форсит именно эту кнопку, и очередной седьмой фраг для Супермарка, забирает на топе тавер, также по миду должны зайти и забрать последнюю вышку Т2, 5000 перефарма, но знаешь, ты так решил умолчать, да, тактично о том, что у Бруно 3 ассиста здесь в этой игре, вот ты назвал так 0-2 и 7-1, а вот то, что 3 ассиста у Бруно есть, явно мы не договаривали, замалчивали. Там уже 7-1, но лжи как таковой ее не было, да?
Ну, ассист можно по-разному сделать. Можно-то и урона особого не наносить. Можно тычку просто нанести и будет ассист. Здесь-то по факту я вижу на броуде 7 киллов. Золото дает, но золото там действительно намного меньше. Но при этом у него появляется сейчас злобный рык, так что Бруно еще пытается оставаться в этой игре. Отстает он, конечно, по левелу на 2 левела. Но здесь абсолютно каждый игрок команды CSON отстает от игроков команды AP Brand. Вот и показывают нам золото. Разница в золоте на 3000, но разница она абсолютно не на всех позициях. Да, Гвиневра-то лучше в своей команде фактически и выфармливает 8100. Есть у нее божественный меч, таурлимовая коса, есть также и палочка гения. И дальше, судя по всему, выходит в священный кристалл, скорее всего. Ну, либо в кровавые крылья. Ну, я думаю, на данный момент не так много спейса у команды CSUN для фарма, потому что кровавые крылья, ровно как и клинок отчаяния, это предметы, которые стоят очень дорого, по 3000 голды. По-моему, 2800 стоят крылья, если не ошибаюсь. Ровно 3000, да? Примерно как клинок отчаяния для магов, грубо говоря. Кайл Тиз использует первую, хоть отсюда отличный ультат на варе по четверым попадает. Это игра, идет игра здесь по Минотавру. Тут же флик от Супермарка. Ульта также отформится, прожимается легендарный для Супермарка. Нажимается Минотавр, ходит, пытается также Бруно на флике уйти на дабл килл, забирает для себя. Неужели это пента? Нет, вряд ли это будет пента. Здесь пытались здесь догнать, пытался здесь Броуди своего оппонента на Дарюсе. Что интересно, синий баф у нас у Фарамиса. И счет его 0-0-14. Настоящий саппорт он здесь. Да, в лучших традициях, как случилось там, единожды на старте не поучаствовал в одном из убийств, в одном килле, но по итогу-то вот одного и нет. Но и вчера она всплывала так же. Да? Да, кому-то не нравятся те эмоции, которые спамятся, да, типа условно «хорошо сыграно», ага, да, или что-то подобное. На экране, видимо, это игроки команды CSUN там отправляют в муты игроков команды AP Brand таким способом, а именно на этом игроке было и зафиксировано. В этот момент камера, ну что ж, AP Brand начинает наигрывать патроны. Да, попыточка там от Гвиневры отыграет, но первым заходит и сразу же получает массу урона. Знаем мы, что она отыгрывает в этой встрече 11. Урон, поэтому сама принять урона в себя не может. 11-1-1. Собрал каре из единиц сейчас у нас Супермарка и двигается вперед к заветной цели, к следующему этапу М5. Ну, в данный момент, действительно, если каре у Супермарка, явно у Пиу там уже флеш-рояли. Залетает тут флап Тизи, соло просто уничтожает этого Бруно. Есть ультат на варе, но никак ему не поможет. 0-4-3 счет у бедного Бруно. И 3 ассиста, которые он проносит через всю игру, так у него и остаются. Теперь понятно, что, ну, кто мутил, действительно. Судя по вот этим таунтам от AP Brand, явно это делали CSUN. И по боту уже идет лорд, и... Ну все, разогнались. Полетели. Домашняя арена, да, подогревает интерес. Да, здесь еще и улыбаются. Крики под это все, вот эти вот смайлики от коллектива AP Brand. Эмодзи. Ну что ж, готовы заходить уже в базу. Очень мало здоровья. Здесь все. Оуген пытается какой-то дворник выдать. Не самый, наверное, эффективный в этом моменте. Падает Т3 Тауэр. В боте падает Т3 Тауэр. В мидлейне уже успевает Дариус в этом моменте отойти. Но продолжает свое наступление. AP Brand по топу потягивается максимально мощная. Еще одна пачечка крипов. Астральное эхо по пятерым противникам. Все-таки есть неплохой дворник. Есть удачный выход в Минотавра. Забирают его и после бессмертия падает Т3 Тауэр на топе. Но крипов-то остается здесь очень мало. Ну, здесь сразу 3 предмета покупаются после этих снесенных товаров. И 11 500 резко как-то разгоняются ребята у нас из Филиппин. Начинается игра здесь. Должны забирать спокойно. Флап Тизи, очередной килл для него. И просто игра патрона от коллектива AP Brand. Неплохой врыв от Гвиневра, но он в ульту Фарамиса. Это ничего не даст команде CSUN. И по итогу 3-1. И видно, как в последующих, да, последних двух картах у нас разозлились AP Brand за вот этот заруиненный винрейт. Стопроцентный. Леша, уверенно было? Леша. Да, Лех, уверенно ли это было? Да, это было уверенно. И уверенный мой предикт 3-1 на самом деле на данный матч. Ну, разозлились. Разозлились AP Brand, и поначалу не казалось, что супер жесткая будет от них карта. Да, не было какого-то дичайшего перефарма, но, тем не менее, ребята смогли разогнаться ближе к лейту, и вот этот сетап Бруно плюс Дариус не совсем четко сработал. Да, они делали в средней стадии игры хорошие киллы, выбивали быстро ульту Фарамиса с какого-то конкретного персонажа, но более не смогли развить этот успех ребята из коллектива CSUN. Проигрывают в верхней сетке AP Brand и падают вниз. А AP Brand будут ожидать своего оппонента, победителя, скажем так, следующей пары.
Сколько бы мы ни говорили о том, что вот когда ребята спамят, показывают эмоции, это все больше прикол и шутка, но все-таки мы видели, да, как банились эти чаты, и это может в некоторых определенных ситуациях на тебя влиять, и тебе будет это неприятно, выходит Мара на сцену. Это у нас, соответственно, squad. Поддержка. Амбрелла Сквад. Амбрелла Сквад. Да, тогда Деус Вуд. Greatest 10th player in the world. Congratulations also. We were shocked. Так, ну и, соответственно, проходят дальше. Следующий этап, они у нас. Буду ждать своего оппонента в следующей игре. Почему Одетта? Задает вопрос от кастеров, почему Одетта? Почему именно сегодня? Почему именно сейчас? Request ni Coach Bren na ano eh, nagamitin si Odette. Matagal na niyang gustong ipagamit yun eh. Tapos, ayun, binagbigyan ko lang. Ну, в действительности, Одетта очень сильна. Тренер сказал о том, что это будет хорошим вариантом на эту игру. And he's been asking for this for a long time, so finally Fuse said, очень долго, очень долго просила тренер команды взять Одетту, очень хотел прям увидеть ее в игре, и по итогу решили, что в этой игре она хорошо зайдет. Да, крутая игра, хорошо сыграли этим персонажем. Да, для очень раннего старта. Очень, очень больно от Одетты прилетать на стартовой игре благодаря ее пассивке. И это действительно так. But you got to prove that it worked in the world stage. How did you очень like много кто недооценивал этот пик Одетту, но вы доказали на международной арене, на этой сцене, что это Одетта хорошо сыграла. Да, мы были в себе уверены, пик действительно был хорош, мы согласны абсолютно. Классный пик, но Нолан очень силен, с Ноланом даже Одетта выигрывает. Очень долго практиковали Одетту. Очень много в разных играх пикали Одетту, и здесь решили показать уже на сцене конкретно этого персонажа. Следующий матч Geek Fam против Burmese Ghouls, и если бы вы хотели выбрать своего противника, кого бы вы хотели? We're hoping for Geek Fam. Geek Fam. Против Geek Fam хотят поиграть. Bakit Geek Fam? Ano? Baloy and Marky gusto namin sila makapasok. Si Baloy tsaka si Marky gusto sa Baloy and Marky, you want to be able to face Baloy and Marky. Is there something that you want to say to Geek Fam right now? Hamunin mo. Ну, в общем, хотят встретиться конкретные игроки, такая взаимосвязь, хотят нормально покатать вместе. Желают удачи Гекфам в следующем бою. И особенно Марки. Да-да-да. А, они поменяли Голдера на лес, да, у них там сейчас свапы, в общем, идут разные. Потому что у них замены нет леснику, поэтому Марки за... Причем очень перспективный, да, Голдер Марки? Помним ту самую игру, где был сплит плотный от него. И напомню, что он, по-моему, он за три карты против Деву умер буквально один или два раза, да, если я не ошибаюсь? Или вообще не умирал, по-моему? Я помню, две... В двух выигранных картах он ни разу не умирал. Видимо, это был, скорее всего, вопрос сейчас про то, как в этот раз, потому что, видимо, они до этого уже встречались с Geek Fam, и типа, как будет в этот раз игра проходить. Сказали, что, возможно, будет сложнее, чем до этого. So yesterday, хотят как Деву, наверное, показать. I made Kyrie sweep his hair, comb his hair with his hand, and all the ladies went wild. So now Flaptizi. Ага, то есть они сказали, что смогут смести Кайри, и много девушек были злы на это. Flap wants to do this because you made Kyrie do this. So okay, I'll give Flap a chance. Про жест, который делал Кайри, что девушки были да вне себя от этого и хотят что-то подобное продемонстрировать. Flap. Turn around. Повернись. And pretend when you go around that you're gonna see your crush. Это как Кайри, он волосы залетает и поворачивается назад, такой красавчик. Let's see how you're going to look at her in three. Давай, two, давай, давай, ты сможешь. One. Так. Опа. Волосы. Опа. Ля! Неплохо, неплохо, неплохо. Но у него нет такой челки, у него нет такой шевелюры, как у Кайри, чтобы... Пацаны кринжанули из команды. Это был бы я в этой команде, это был бы я, грубо говоря. Message to the fans.
Thank you так, сообщение фанатам. Спасибо, ребята, что нас поддерживаете. Спасибо огромное, что верите в нашу команду. И мы покажем наилучший результат. Если что, я не знаю филиппинский. Ну, примерно это он и говорил, да. To AP Brand. They move on to the upper bracket semifinals. Ну, кстати, было же мнение того, что комьюнити игровой, именно команды, которые остаются на турнире, им также не очень понравилась выходка Наэля из коллектива Geek Fam. Ну, кто-то, от кого-то я слышал, что, ну, неприемлемо такое, ну, это, конечно, это никому не понравилось, да. И, возможно, команда AP Brand хотела бы с ними встретиться, чтобы проделать с ними то же, что они проделывали в последних двух играх с коллективом CSU. Вряд ли просто... это будут такие же жесты, да, но что-то, что-то, быть может, увидим. Ну, в игре, в рамках игры просто. Да, ну, побольше спама. Затаунтить, затаунтить, да. Посмотрим, посмотрим, как это будет, еще пока GeekFam не вышли в этот матч, да, в верхнюю сетку. Им предстоит только противостояние против Burmese Ghouls, ну а AP Brand, да, с одной ошибкой на одной карте все-таки отдали преимущество своим оппонентам, сумели проиграть, но все-таки 3-1 закрыли оппонента. Ну и Супермарка, было у него каре, троечка вот это немножко сбивает счет, но 11-1-3, именно с таким счетом заканчивает у нас голдер коллектива AP Brand. 885 ГПМ, тоже довольно высокие показатели, 70% участия в командных. Ну и подбил все-таки свой винрейт повыше против Бруно, потому что напоминаем, что из 20 игр, 16 игр Бруно выигрывал против Броуди, но не забываем, что это игра командная, именно, именно здесь Броуди играл с Фарамисом без ульты Валентины в противоположной команде, и не было нечем, по факту было контрить-то этого Броуди. Да, были попытки ворваться в Геневру, тут же это все сбрасывалось ультой Фарамиса, либо фликом отступалось и работало хорошо. Даже вот эта последняя выходка к Венеру, не знаю, покажут или нет, попытка была... Не попал персонаж по Бруно, ой, по Броуди вторым спылом, но попытался преследовать, видимо, думал, что Гвиневре хватит дэмэджа, да, доиграть здесь по Броуди, а по итогу Броуди на развороте просто его уничтожал. Кстати, первым погиб, первая смерть была у Супермарка, и после этого серия 11 киллов, то есть вначале где-то допустил ошибку, но после этого вот здесь как хватило урона, просто пощалкулейтед в этот момент. Там было все... просчитано, как будто бы, да? Да-да. До минимальной точности, но в какой-то момент очень грамотно огрызались на старте Сиусун, и казалось бы, что и в этой карте у них может что-то получиться, но в один прекрасный момент просто перевернули эту игру AP Brand и затем полностью контролировали все то, что происходило на этой карте легендарной, которая у нас также довольно-таки редко появляется на этом турнире, был у Бруно в этой встрече, и недаром он забирает MVP себе, да, и, как отметила Лёша, жалко, что потерял каре. Да, и в этой ситуации, да, не показали этот мув от Гвиневры на миду, который был. Ну и здесь просто уже под Фарамисом видно, как Трон падает и ничего не может с этим сделать Гвиневра, которая даже, казалось бы, кучу дамага внесла. Интересно было бы посмотреть нанесенный дэмэдж от этой Гвиневры, но ей не дали вообще разыграться. И вот здесь 9-2 по товарам, 2-0 черепахи, 3-0, вернее, лорды 2-0, по бафам тоже ситуация. И это, Лёш, уверенно согласен. Удручающая, да, статистика. Да, для коллектива из Камбоджи. Но фанатам коллектива из Камбоджи расстраиваться не стоит, так как здесь, если результат был предрешен, дальше у них есть шансы в сетке лузеров, так как будут они падать на команду, проигравшую в противостоянии Burmese Ghouls против команды GeekFam. Мы можем сказать, что это не самая сильная пара, и вполне вероятно, у CSU будет еще шанс. Да, оба коллектива не являются, скажем так, фаворитами данного чемпионата, коим можно отнести AP Brand. AP Brand логично для многих выходят из этого матча победителями, идут дальше, двигаются по сетке вверх. Ну а CSU падают вниз. Да, будут играть либо против Burmese Ghouls, либо против коллектива GeekFam, учитывая, что Гули не показали какого-то сверх перформанса, да, именно в групповой стадии, а у GeekFam будут замены, перестановки ролями, вот эти все вещи. В принципе, проходить можно, что один, что другой коллектив, и шансы у CSU сохраняются пробраться уже по нижней, чуть-чуть повыше. Там же вообще интересная ситуация в группе AP Brand. Там получилось так, похожая на ситуацию, которая могла получиться у команды...